Всем привет, ребят! С вами Алексей 24, и мы продолжаем проходить игру «Проклятый отель. Личный кошмар». Усаживайтесь поудобней, мы будем продолжать. Так, у меня нет пока предмета, чтобы чем-то раздолбать. О, предмета нету. Итак, часть фотографии надо вот сюда. Это что такое? Металлический пруд. Все, отлично. Я теперь знаю, что дальше делать. Идем сюда и металлическим прутом. Оп. Да неужели? Это что, печать, что ли? Вот она, печать. Так, попробуем вот так вот сделать. Оп. Не подходит. Спасибо, незнакомец. Думаю, не все призраки агрессивны. Вот и последний диск. Надеюсь, теперь я смогу освободить Джеймса. Но я тоже думаю, что сможешь. А, назад. То есть, видите, призраки есть и добрые. Особенно те, которые ружье тебе на башку наставляют. Офигеть, конечно, выгоды. Все, отлично. Расположите диски в соответствии с символами на замках и дисках. Используйте центральную кнопку для обмена дисков между замками. Нажимайте на диск для его поворота. Так. Это огонь. Так, это у нас? Так, это есть. Есть. Так. Я, кажется, понял, что надо делать. Это сложно объяснить, надо смотреть, короче. А вот. Теперь наручники. В смысле, а что, не наручники, что ли, здесь? Вот. Первый раз почему-то не сошлось. Ну, я сомневаюсь, что это здесь. Вот. Так, пистолет. Ну и огонь. То есть вот такая вот мозаика. Чё, еще раз, что ли? Ну, тут так, короче, фиг догадаешься, я так понял. Но это не отсюда, по-любому. Так, стоять. Вот здесь вот точно вот так вот, я уверен. Я не понял. Так, еще раз блокировочку. Так, а здесь, по-моему, шапка подходит. Так, ты и дубинка, в принципе, подходит так-то. Так, чё у нас здесь? Я не понимаю, что это такое. Но вроде подходит. И вот это подходит. Так, ножик и какая-то фигня. Не, еще раз. Какая-то фигня. Ножик. Отлично. И вот так вот. Все, вроде нормально. Надеюсь, третьего не будет.
Джеймс свободен, что дальше? Thank you. Спасибо. У меня такое ощущение, что Томас Калдвелл питается нашими страхами. Ну, блин, естественно. Теперь я должен посмотреть в лицо своему страху, чтобы спасти Элизабет. Надеюсь, у меня хватит сил. Еще один ключ, и я на шаг ближе. Но это, походу, третий ключ, ребята, уже. Уже третий ключ. В принципе, это неплохо. Новое задание. Пройдите в комнату Элизабет. Я понимаю, надо пройти вот сюда. А вот три замка, три ключа. Раз, два, три. Один страх, один ключ. Ну что, погнали, ребят. На этой улице я жил в детстве. Все выглядит так, как я помню. Хорошо, блин. Казвел не хочет, чтобы я туда попал. Значит, моя мама находится именно там. Хорошая попытка, злодей. А я все равно сюда. Бля! Не сегодня, господи, Калдвелл. Так, тут какая-то... На клеверок похоже. Похоже на трилистник. Ну, трилистник, клевер одно и то же, в принципе. Блин! Вот это я не ожидал, честно. Так, вот это что? Детская кроватка Кейт. А где ее любимая кукла? А здесь должно быть 4 самолетика. Я все еще помню. Похоже, защелка закрыта. Короче, тут вообще всего не хватает. Розыск, розыск. Новое задание. Пройдите в квартиру у Блейков. Так, вот эта штука мне нужна. Это что такое? Часть обложки дневника. Блейк. Моя мама запирала входную дверь. Впрочем, ключ должен быть рядом. Рядом это где? Нет, я здесь был. Неужели здесь? Это что у нас? Дневник Элизабет? Руками не убрать. Блин, а монтировку все-таки там бросил. Так, я здесь был. Понятно, однофобия, часть карты там или еще какой-то фигни. А, так, что еще? Вот этих у меня точно нету. Так, а что? Опачки. Часть обложки дневника. Две. Еще одну надо найти. Так, ну тут я сказал, клевер и вот этой фигни у меня нету. На ручка. Кольцо. Грань. Что? Чего? Штопор? Я его всю игру с собой таскаю. Так, часть обложки дневника. Ну-ка попробуем. Так, то есть я еще опять здесь играть должен. Чтобы открыть замок, переместите шарик в центр. Выберите шарик в определенный момент перемещения его к центру лабиринта. Блин. Оп. Я что, не успеваю, что ли, получить? А, во, надо на него нажать. Не успел. Есть. Кейт становится все хуже. У меня нет выбора. Я пойду к Томасу Калдвеллу и заплачу любую цену. Если бы Джордж был. Ключик. Ключ от детской. Я не понял. Может быть отсюда? Да, отсюда. Отлично. Блин! Кто это? Мальчик?
Я? Да-да, я. Зергут. Моя комната такая, какой я и помню. Ребенком я боялся темноты, да и сейчас еще опасаюсь темных углов. Неправда. Уходи или пожалеешь. Найдите способ осветить комнату. Неужели это ребенок я? Ладно, будем искать. Кто это? Не достает руки. Руку еще искать надо. Так, мы здесь были. Что здесь? Рука, ручка. Опачки. Игрушечное ружье. Так, что еще есть? Так, тут. Не могу достать. Пауки, монстры, Кадвелл. Я ничего не боюсь. Это моя история, это мой выбор. Так, не знаю, что тут надо делать. Могу достать, но ее, в принципе, можно достать, я как понимаю. Ну-ка, подстрелить ее можно? Нет, уже приколы. Так, мы здесь были. И отсюда. Блин, скримаки всякие летают. Ну, у меня только ружье пока, у меня нет. Хорошо, что здесь. О, здорово, пацан. Стивену необходимо оружие. На, держи. Стой, я тебе не сдамся. Да, на монстра ты не похож. Спасибо за оружие. Теперь я могу сражаться. Мама ушла, и они тоже. И вдруг появится этот монстр. Я знаю, он прячется в темноте. Он боится света. Ты мне поможешь. Вместе мы его победим. Возьми, тебе это пригодится. Ну, давай. Это немного странно. Разговаривать сам с собой. Я должен преодолеть свой страх и включить свет, чтобы найти теневого монстра, которого я так боялся в детстве. Так, а куда стрелять-то? Я думаю, надо сюда. Стрельнуть надо в куклу. Кукла, а зачем мне кукла? Мне кажется, я опять вечно что-то где-то да забываю. Так. А, как это достать? Да вот так вот. Отлично. А, так, что здесь? Достает руки. Нужен острый предмет. Ну, извините, я пока такими предметами, ну, не обладаю. Так, ну тут нету. А, так, солнышко. Сейчас мы в тебя вставим вот эти части. Есть. Что это такое? Эту карточку мама так никогда и не получала. Так грустно. Для моей любимой мамочки. И типа я ее не могу пролистать. А, метелка для пыли. Так, а я ее, кажется, знаю, куда использовать. Части картины. Как я про них мог забыть? Стоп, а вот это можно взять? И то, тут клевер еще есть. Эй, рентгеновский снимок моей сестренки Кейт. Почему он здесь находится? Так надо. Ладно, идем. Я, кажется, знаю, как пыль, где пыль убрать. Вот метелка. Элен, я приду за тобой. Я так любил этот арбалет в детстве. Не думал, что снова увижу через 20 лет.
Нужны стрелы, и тогда берегись, теневой монстр. Ну, я понял. Надо стрелы еще где-то найти. Так, и что, я сделал круг почета напрасно, что ли, получается? Или я что-то опять не взял? Осколок стекла. Нужен предмет соответствующей формы. Так, кусок стекла. Я не помню, где-то острый предмет нам был нужен. Здесь. Точно, вспомнил. Он должен быть у меня маленького. Да, вот здесь нужен острый предмет. Самолетик. Это что? Домкрат. Я, кажется, знаю, нам куда нужен домкрат. Так, идем обратно. А домкрат нужен вот здесь. Ух ты, какой быстрый и четкий домкрат. Обратно. Блин, что за опять хренотень? Что здесь делать надо? Восстановите изображение. Выберите стрелки, чтобы повернуть диск. Затем выберите фрагмент и поместите его на нужное место. Фрагменты не вращаются. Блин. Что получается? Подходит. Я пока не понимаю, что надо делать здесь. Так, а надо вот эту фигню крутить походу. Так, нет, что-то не подходит. Еще раз крутим. Нет, это не сюда. Еще раз. Нет, он тоже не подходит. Углы другие. Так, не то, не. Опачки, получилось. Как-то, блин, рандомно ткнул. А, не, ну тут в принципе не ткнуть, тут надо именно выбирать, по-любому выбирать. Нет. Вот туда хотелось, он, о, видать, хорошо хотелось. Так, следующий, нет. Следующий кричит заведующий, отлично. Так, этот куда? Не сюда. Блин, не подходит. Так, вот, нет. По-моему, тоже не подходит. Блин, нельзя было пронумеровать маркером, чтобы было сразу понятно. Нет, люди должны думать, париться, сидеть. Пыхтеть, так скажем. Нет. О, отлично. Нет, нет, надо... Пока вот в этом положении не будет, получается... Тогда осколок подойдет ниже. Попробовать. И вот так вот. Да, вот так он-то подойдет. Нет, тут опять надо двигать. Да блин, чё, какая хренотень-то? Сразу не пройдешь с первого раза. Так, так, так. Вот этот угол прямой. Получается. Так. Так и думал. Но надо было во всех положениях обязательно попробовать. А, так, все-таки, что нам разблокировало-то? Должно быть, это страх Элизабет. Она блуждает среди близких людей и не может отыскать своих детей. Что же может быть хуже для матери? Блин, не знаю, честно, но думаю то, что это нездоровая фигня по-любому. Блин, Стивен, помоги мне. Подожди, сейчас я тебе помогу, успокойся. Так, это чё за самотык? А, это отвертка. Как страшно, напугался. Как избавиться от дыма? Нет дыма без огня. А, так, ладно.